Здравствуйте, уважаемые друзья! Я ведущий научный сотрудник в Институте Алтайской НИИ сельского хозяйства, и сейчас он называется ФАНСА, Федеральный центр агробиотехнологии Алтайского края. Я занимаюсь вопросами защиты растений всю жизнь, и защита растений на сегодняшний день является самым главным направлением наряду с сортами, направлением повышения и стабильности наших урожаев. Потому что без защиты растений мы ежегодно теряем от 20 до 30% урожая плюс потери качества. У нас особенно вот в 21 веке началась беспрецедентно интенсивное появление новых вредных видов. Это связано с тем, что у нас стали, скажем так, передвигаться материалы, передвигаться растения. И, соответственно, с этим в процессе таких передвижений мы заносим вредные виды. Да, здесь есть служба защиты растений, есть служба карантина растений, и они работают, но уследить за таким полчищем вредных организмам, за их разнообразием, удается не всегда. Они к нам приходят. Эти виды чаще всего становятся инвазивными, то есть заносными и вредоносными. У нас появилось много вредителей, болезней, сорняков. Ну, самый простой пример. У нас когда-то в крае не было фитофторы. Не было колорадского жука, и, в принципе, мы жили без них нормально. А сейчас мы без них и не представляем своего существования. Но новые виды постоянно появляются. Пришел к нам стеблевой хлебный пиличник, причем он у нас был всегда. Впервые пиличник у нас был описан здесь, в Сибири, как вид упоминается еще в середине 19 века. Сейчас, на сегодняшний день, стеблевого хлебного пилильщика мы в этом году неимоверно много. Теряем примерно с массы 1000 зерен примерно 1000 грамм потери, и плюс потери еще от полегания. То есть на гектаре 2-3 центнера от пиличника теряем. К нам у нас сейчас началось интенсивное размножение клопа-черепашки. Я не говорю еще о традиционных наших, о саранчевых. На сегодняшний день у нас тоже начинается интенсивное размножение саранчи. Она приходит. Вернее, возвращается. У нас ее было много раньше, потом она как-то лет 20 исчезла, сейчас снова появилась. В этом году уже работы начались. Но это традиционные объекты, а у нас есть новые. Тот же самый появился стеблевой хлебный пилильщик и появился черный листовой хлебный пилильщик. Совсем другое насекомое, но также повреждает урожай. Появились сорные растения новые. Появился, допустим, мелколепестник канадский. Этот сорняк дает очень высокую продуктивность и ведет себя как зимующий сорняк. То есть он может зайти осенью, перезимовать. Может зайти весной. Что значит зашел осенью? Нулевой технологии это становится достаточно обременительным сорняком. Это обязательно нужно проводить химическую прополку посевов.
Если возьмем конец 20 века, у нас вообще фунгицидами не работали. Не работали, и даже ну, несколько тонн, может, завозились в край, и они в основном использовались не на полях, а так в личных, подсобных хозяйствах, в садоводстве и прочее. На сегодняшний день некоторые фермера уже за сезон дважды работают фунгицидами. Два раза фунгицидами – это, соответственно, и затраты на увеличение затрат прямых. Во-вторых, это загрязнение окружающей среды. И, соответственно, это не совпадает с тем направлением, которое сейчас, скажем так, широко пропагандируется. Это так называемое органическое земледелие, без химии. Если без химии сейчас работать, это, можно сказать, 19 век. Соответственно, никто не хочет получить урожай 19 века, все стремятся применить химию, а научиться правильно с химией работать – это тоже искусство, потому что многие просто не умеют с ней работать. У многих представление какое? Выпил таблеточку, тебе легче стало. А о систематическом лечении не всегда задумываемся. Точно так же и на полях. Есть много методов защиты растений. Агротехнический, химический, биологический, селекция. Но самый, скажем так, удобный, как говорится, кувалдой, это химический метод. Поэтому мы все стремимся работать химией. Появился вредный объект, мы его уничтожаем. А на самом-то деле мы должны знать биологию вредного объекта, циклы его развития, места выживания, сохранения, особенности размножения, что если мы это знать будем, мы будем этими объектами управлять. Причем знать должны не только ученые, это знать должны и практики, чтобы управлять ситуацией. А для этого ученые должны вначале разработать все это. Соответственно, этим мы и занимаемся, разрабатываем систему борьбы с вредными объектами и агротехническим, и химическим, и биологическим способом. У нас сейчас много опыта по биопрепаратам, и Новосибирским, и нашего государственного университета АГУ, и из других регионов страны. И, соответственно, мы должны все это изучить, зарегистрировать, внести в список или в каталог разрешенных к применению, и, соответственно, мы должны спасать наш урожай. Вот в этом, считаю, наша задача. Спасибо.